Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 марта, и наша тема называется «Вы – соль». И наше место Писания – Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих, где Иисус говорит «Вы – соль земли». Слово «соль» – это греческое слово «халос», которое описывало соль. Сегодня соль широко распространена. Но во времена Нового Завета она была довольно редким продуктом. Ее было очень сложно найти. Поэтому соль была очень дорогой. Ее использовали по-разному. Например, как консервант для пищи. Также она использовалась в качестве усилителя вкуса. Ее добавляли в пищу, чтобы улучшить ее вкусовые качества. Кроме того, ее применяли как антисептик. Также ее использовали как целебное средство. Когда ее прикладывали к телу, это приносило исцеление. В первом веке соль также была удобрением. При правильном использовании она способствовала росту растений. И когда Иисус говорит, что мы являемся солью, то Он подразумевает, что мы обладаем всеми вышеперечисленными качествами. Мы призваны быть силой, которая будет сохранять. Мы призваны придать вкус жизни. И как антисептик, мы приносим очищение, мы приносим жизнь, мы приносим рост. Вот поэтому Иисус сказал, что мы — соль. Подумайте об этом.